Всем привет, с вами Арчи, я вам расскажу, где скачать, как установить Sims 4 со всеми дополнениями, плюс игровой набор в ресторане. В общем, переходим по ссылке в описании или же в комментариях, я оставлю ссылку, если кому лень открывать описание. Скачиваем торрент файл, запускаем его и аналогичным способом устанавливаем. Ночь, когда установили, запускаете установщик, ждете, пока пройдет распаковка файлов и устанавливаете игру. Этот репак займет 17 гигабайт, как в принципе и прошлый репак, который был без ресторана, просто там был какой-то баг, где ресторан не мог добавиться, в общем-то. Но если вы уж когда скачивали Sims 4, версия 1.20.60.020, но у вас там не оказалось игрового набора в ресторане, то нажимаем правой мыши по ярлыку игры, расположение файла, и здесь ищем RLD Origin. И, в общем-то, его открываем. Когда мы открыли RLD Origin блокнот, ищем здесь строку ID32. Вот та строка, как вы видите. И вот это мы заменяем, то есть просто стираем это и заменяем на ETG32 равно 1C03A. Вот, все будет в описании. Скопируйте и вставите. Все. Сохраняем файл. Запускаем игру, и у вас там будет набор в ресторане. Все. Как видите, ничего скачивать не надо дополнительного, все легко и просто. Всем спасибо за просмотр, с вами был Арчер, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, всем удачи, всем пока.